Приветик, меня зовут Стас. Я хочу снять обзор на фигурку, которая мне сейчас пришла. Тут еще мне вот такой вот брелочек смоканный пришел. Открыточка. И сама фигурка. Это Чияки Минами. Я без понятия, откуда она. Но она выглядит очень мило. В принципе, из-за этого я ее взяла. Ну, я приступлю к открытию. И как она выглядит. Оригинал, правда, немножко старенький. Ну как немножко, год, наверное, 2006. У нее 88 номер, сейчас же у нандороидов там 1000 с чем-то их, без понятия. Ну тут не написано, какого она года, к сожалению, было бы удобнее. Сама фигурка. Сделана качественно. Ритичка милая. Так, здесь она сфокусируется. О! Так. Сама Чияки. Лицо не меняется. Блин, боюсь я вот так вот бошки вырывать, как будто сейчас шарнир просто улетит. Вырывается она, так скажем, со скрипом. Да. Я что, сейчас пизда начать? Ой! Все. Вынулась. Конечно, это было трудновато. Окей, заменю ей лицо. Ну, это значит, шарниры тугие. Ой. Вот на такое личико. И вот так вот. Она выглядит. В наличии у нее еще вот такое личико, портфель. Почему-то они, кстати, вот, наверное, до 100 номера идут с какими-то вот этими красными портфелями, потому что у меня есть еще один такой. Педобир, не вскрытый, педобирчик стоит. Может стоять. И шляпка. Шляпка очень милая. Цвета шоколада. Тут у нее вынимается. И вот сюда вставляется шапка. Выглядит она вот так вот. Моя шоколадная мечта. Подставка у нее чуть-чуть пожелтела со временем. Ну, чего, в принципе, другого ожидать не стоило. Сама подставка. Она выглядит не как в наше время. Подставки, которые выглядят вот так вот. Они выглядели вот так вот. Так. Понять бы, как она вставляется. Вот сюда вот. И ей под юбку вставляется. Очень странно, но уникально. Ну вот. Все, что я могу сказать. Мне она очень понравилась. На этом обзор я заканчиваю.
попрощайся, чьяки. Ой. Пока-пока.